За 9 месяцев этого года больше 11 тысяч жителей республики приняли участие в сдаче нормативов «Комплекс готов к труду и обороне». Почти 2800 человек выполнили тесты и получили значки. Активнее всего ГТО сдают в Инте, Вуктыле и Ударском районе. Среди аутсайдеров рейтинга Троицко-Печорский район и Сосногорск. Активнее всего нормативы выполняют школьники и студенты. Высокие результаты показали ученики Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа имени Куратова, на базе которого работает региональный центр тестирования ГТО. Меня до 4 курса сейчас планируют дальнейшее обучение в высших учебных заведениях, и они для получения бонусных баллов сейчас активно в это включились. Как отмечает региональный оператор ГТО, Коми по итогам года будет на достойном месте в рейтинге среди 85 регионов страны.